Как, девишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екати Поттер Гарри Магический. Ну и что ты сейчас ляпнул? С чего ты взял это? И сегодня мы сидим возле костра в трусах. Конец, на этом вся история заканчивается. В прошлой серии у нас забрали все, поэтому мы сейчас, дорогие друзья, находимся в полной... попе. В Гарри Попе, как говорится. А почему в Гарри Попе? Потому что... Пошли. Я уже заколебался да. В трусах сидеть возле этого костра бомжевать. Опять заговорил с нами. Вот тот самый, Кать, заговорил с нами, который наверху живет. Пошел! Он сказал то, что сегодня будет происходить какая-то магия. С левой стороны какие-то заклинания там Экспеллиармус, и с правой стороны какие-то заклинания там Авада Кедавра. Ну что-то вот в этом роде. Я не в курсе вообще. Да-да, на самом деле сегодня просто у нас его на фазе Козерога, а чакры небесные откроются ровно в полночь, поэтому самое время начинать с магии. Ты чё сейчас бзданула? Я не бзданула, я говорю, луна в фазе Козерога. Сегодня будет что-то мистическое, волшебно-магическое. У меня лунный календарик есть. Признайся честно, ты ведьма? Нет, подумаешь, я Маринка один раз в жизни здесь была, но это ничего не значит. Все, пойдем. А куда-то пойдем, я даже не знаю, куда идти, ты понимаешь? У меня в инвентаре просто один хлеб. 30 морковки и 18 патронов для дробаша. Да на кой... Черт мне эти патроны для дробаша. Что я с ними буду делать? Да не переживай. У меня на самом деле тоже не так много всего осталось с прошлой серии. Но у меня есть для тебя кое-что интересное. Пойдем. И что, у тебя есть кое-что для меня интересное? У меня есть для тебя кое-что интересное. Ну, что у тебя есть для меня кое-что интересное? Кое-что интересное. Все понятно, все ясно, больше вопросов нет. Хорошо. Ты идешь или нет, а? Иду. Только я не понимаю, куда ты меня ведешь. А ты ведешь меня сюда, на место нашего старого дома, чтобы я лишний раз всплакнул, да, при виде того, что осталось? Да-да, это чтобы напомнить подписчикам, что случилось с нашим домом в прошлой серии. Да, чтобы подписчики меньше всего в комментах писали, что, мол, Эдисон, а давай в следующей серии будет Майнкрафт, но вы с Катей не перестаете становиться двумя огромными куриными яйцами. И вдруг в следующей серии именно так оно и будет. Что ты мне хочешь показать? Плюнь, иди сюда уже быстрее. Ты где? А. Смотри. Цветочек, видишь? Да, цветок. Обосраться просто. Оп, вот так делаем. Смотри. Только никому не говори. Подожди, это же наши книги, которые мы с тобой добывали на протяжении всего сезона Майнкрафт. Но и... мясо! Закопай к чертовой бабушке это все обратно, пока он у нас это опять не забрал. Закопай! Поставь цветочек. Закапывай все. Зато мы остались не только в одних трусах. У нас с тобой есть, кстати, книги, да, волшебные. Да, да. Так, это, конечно, хорошо. Ты что, пучишь на меня? Я не на тебя пучу. Не двигайся. Не двигайся! Разворачивайся. Посмотри туда, на гору. Это что такое? Вот и мне интересно, что это такое. Ты да, не ту гору, вот сюда. Видишь вот эти два... Да вижу я, ну блоки какие-то стоят. Ну и что? Стой здесь, я проверю. Подожди, это может быть опасно. Вот именно, если опасно, то хотя бы я пострадаю, а не мы вместе. Если что, расскажи нашим детям, какой я был мужественный герой. Хорошо, не расскажу. А, ну потому что у нас нет детей, да? Потому что вон там корова застряла в текстурах. Подожди. Мистическое, магическое, луна в фазе, в позе рака. В смысле, в фазе, как, не знаю, в какой позе там луна. Подожди. Так. Что? Чего? Чё это за дичь? Я тоже хочу взять. А чё это такое? Луч. Написано. А ну? Так, если это то, о чем я думаю, то должно быть вот так? Ты Гарри Поттер в труселямбах! Ты что делаешь? Я сейчас шандарахну тебя! Ой! А моя что делает? Она меня телепортирует.
Не смеет... Эй! Ты... Не смеет меня избавляться! Ты... ты... Я за ты... тебя! А! Так, ну... Я тебе сейчас дам Авада Кедавра по самой не хочу! Подожди, ядрить, колотить. Он сказал то, что будет что-то магическое, но я не думал, что когда он сказал, что будет что-то магическое, я смогу тебя отправить куда-то на Марс. Ты где? Хватит своей палочкой колдовать. Так, пошли отсюда к чертовой бабушке. Я думала, что самое магическое будет в этой серии. Это мои книги зачарованные, которые я спрятала. Нет, как ты видишь, не это самое магическое. Вот я уверен, этот бог Майнкрафта что-то сейчас сделает, то, что мы с тобой в конце превратимся в жаб каких-то. Вот сейчас мы доиграемся с этой магией, вот шандарахну тебя вот куда-то, и все, и конец, вот и Кати больше нет. Слушай, ну ты сам захотел эту серию записывать. Можно было, в принципе, не заходить в Майнкрафт и проигнорировать. Да как я могу игнорировать бога Майнкрафта, если он берет и сам заставляет меня играть в Майнкрафт, а? Чё я могу сделать? Да, наверное, он еще за тебя мышку берет, за тебя садится за ком, за тебя в клавиатуре печатает, там тыкает. Слушай, вот с этого момента у меня есть просто прекраснейшее приспособление. Каждый раз, когда ты будешь умничать, я буду делать так. Опа! И Кати больше нет! Все, Катя испарилась! А? Скажи спасибо, то, что я тебя не превратил в овцу какую-то. Блин. Слушай, на. А нам, мне кажется, то, что нам пригодятся еще вот те столы. У тебя же осталась вот эта алмазная кирка, нет? Да. Иди забери, а я пока облутаю вот эти деревни. Давай. Мне кажется, то, что с добавлением магии в наш мир здесь 100% появилось что-то новое. Кстати, а наслед-то работает? Работает, да я еще тот у мамки маг настоящий. Так, здесь сундук. А в сундуке у нас две книги. Spellbook. Вроде, если я не тупой в английском, spell это заклинание. И firebomb. Так, отличный повод протестировать огненные гранаты. Как я понимаю, здесь сейчас небольшая западня была. Вот сюда подойди! Сюда, давай. Опа! Опа! Идеально я его телепортировал прям себе за спину. Да, иногда вот эта магическая палочка дает сбой. Кать! Ты там где? Да уже вот тут, а я рядышком. Лови. Это что? Это огненная граната. Прикинь, я 5 штук таких нашел. 5 штук! А мне? Держи одну. Только не используй вот напрасно. Будут монстры, в них и бросай. Хорошо. Все, пошли. Ты принесла эту фигню? Да, 2 штуки сразу забрала. Стой. Я там, короче, 2 книги какие-то нашел. Держи тебе вот эту, а мне вот эту. Сейчас, как я понимаю... Ты сам выбрал, какую тебе, какую мне. Да, случайно. Как я понимаю, сюда нужно засунуть этот посох. И потом книгу засунуть в этот мистический какой-то прибамбас. Подожди, я не понимаю, куда? Подожди, мне интересно, что у меня получилось. Ой. Ядрить, колотить, я настоящий повелитель огня. Как это сделал? Зайди в эту фигню, поставь туда свою вот эту фигню, ну, в смысле магическую палочку, и в край... Посерединке? Да. Ага. И в нижний слой поставь вот эту книгу, и у тебя получится вот такая мамина мама, как у меня. Слушай, а если перейти через вот это? Ага. А ну попробуй ко мне зайти. Ты сможешь поджечься или нет? Подожди, сейчас давай попробую. Так, с другой стороны. О, то есть ты поджигаешься, а я нету своего заклинания. Это просто шикардос. Нифига себе, я тоже такую хочу. А у тебя там чё, ну? Так, ледяная статуя пишет. Ну-ка, подопытный кролик, встань, корова. А может не надо, Кать? Сейчас со мной точно что-то произойдет? Па-дам! И ничего. Фух, пронесло. Так, слушай, а может не на мне надо испытывать это, а на ком-то другом? Так, я где-то видела осла. Осел уже настрадался, осла не трогай, я слышу зомби. Стой. Ага. Там зомби, пошли туда, пошли за мной. Вот круто, не зомби ищут нас, а мы зомби ищем. Вот это вообще. До чего мы с тобой докатили. А где зомбарь-то, куда он испарился? А вот он, сзади. Вот. А пошел, давай. Игорек, вали нафиг. О, да ладно.
Ты можешь замораживать монстров! Подожди, подожди! Подожди! Отойди, я сейчас нас укрою! Ой, осёл, извини, я же говорю, осёл настрадался, я же говорю. Сейчас, смотри, я зомбаря подожгу. Я его заморожу. Да? Нет, ты его... Добивай вот этим... лучом добивай, у тебя луч есть, или я сейчас тпхну его. Как это работает, а? Во, луч молнии. Давай, где он? Вот там, сзади. Вот так вот надо со всеми, вот так с каждым. Матерь Боже, я об этом мечтал еще с пеленок, когда первый раз Гарри Поттера посмотрел, чтобы я подобным занимался. Кать, мы с тобой маги, ядренок, кочерышка. Нифига себе. Ой, Игорек. Иди в задницу вот это. Не хватает силы-то у этого. Парься, сейчас. Так, подожди, у меня же гранаты есть, можно же. Ой. Спасибо. Не благодари. Пяу! Ты зачем так с ним? Пяу! Пяу! Да перестань! Ну! Так, давай разделимся. О, мистер Круга! Вот так вот. Ты зачем его потушила? Я только что его поджег. Кать! А зачем ты его поджег? А зачем ты его потушила? Все, короче, мистер Кипер, разбирайся тут сам, зачем кто его поджег и зачем кто его потушил. Так! Кукузница! Я в кузницу, ты давай сразу. Кукузница! Я в кукузницу! Ты ищи что-то другое! Возможно, здесь еще будет сейчас пару. Что там? Книги, телекинез. И вторая книга землетрясение. Я хочу землетрясение. Так, подожди, два яблока. Как раз таки меч есть и кирка. Ну хотя бы я что-то восстановил, то что у нас забрал бог Майнкрафта предыдущей серии. Так, тут еще одна есть граната, отравляющаяся. Кать! У меня тут шок. А ты где? Я в доме напротив кузницы. Тебе нужно это самому увидеть. Подожди. Тут у нас дизайнер стоит юный. Это, походу, он нам сшил. Ядрить меня в магическую палочку. Чур мое красное-оранжевое. Да ладно! Ну, конечно. Не может быть. Надевай свой фиолетовый наряд, давай. Как это снять-то, господи? А, вот оно, как работает. И шо я, как она тебе, и вот это я... Прям младшая сестра Маринки ведьмы, прям честно тебе скажу. Ну не обзывайся, да, ты вообще похож... Это ты похож на Гриффиндорца, похож на истинного. Так, короче, я себе... Тогда ты хочешь землетрясение, да? Держи землетрясение, я себе зачариваю на телекинез. Мне интересно, что из этого получится. Вот сюда. Ну-ка, а я... Так, оп! Что, можно я протестирую? В доме землетрясение? С ума сошла? Ну пойдем на улицу. Пойдем. Так, давай, жители. Давай здесь. Или давай сюда поднимемся. Вот давай вот здесь, давай. Так. Куда вот туда? Давай. А ну подойди сюда, вот здесь делай. А что было-то? А что было? Подойди сюда, чтобы я сдалека увидел. Давай, делай. Раз, два, четыре. Жители, простите. Так, а если я телекинезом, подожди, я могу жители... И давай я сначала блок телекинезом. Так, как это у нас работает? Матерь Божья, разве такое можно было когда-то в Майнкрафте делать? Подожди, я его оттуда переместил и поставлю ее... Кать, ты следующая. Я еще раз шиндарахну. Кать, а ну давай, я сейчас. Нет, поставь меня на... Полетела куда? О, все.
Тихо, тихо. Я, да, ты мощная ведьма, но я тоже мощный чародей. Мне кажется, нам с тобой лучше сотрудничать. Да, просто подбегает мистер Крипер, я его замораживаю, ты ставишь, значит, этот блок. Ой, телекинез, блок, телекинез, да. Точно. Ты его, короче, телекинезишь, а я его замораживаю. Я его телекинезю, потом ты его вот это землетрясействуешь, и потом ты его... Кстати, сзади мистер Крипер, давай мы проверим нашу теорию. Так. Подожди, подожди, где он? Где он? Не вижу. Да, я первый. Настрой свой... вот это землетрясение. Мистер Крипер? Да. Кать, я сейчас к тебе его притащу, поставлю, и ты сразу землетрясение. Он может упасть любую секунду. Я его ставлю, и ты сразу пиндюль землетрясение. Готова? Да. Запрыгни туда к нему наверх, запрыгни. Ты готова? Да, ставь. Давай. Ой! Да, маги с нас, конечно, еще фиговаты, но мы учимся. Все. Конечно, до сражения с Волан-де-Мортом нам еще далеко. И да, и вообще очень много серий должно пройти, чтобы мы с ним встретились. Слушай, побежали в лес, а там чики-бамбони, я хочу их заморозить. Так, подожди, если я в одну руку возьму меч, а во вторую руку возьму посох, я просто настоящий какой-то Гэндальф из Властелина колец. Пошли, 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 пошли. Так, ты! Смотри, смотри, смотри! В космос полетел? Уппи! Показывай. Ага. Подойди вот сюда, в центр, и просто землетрясение на всех. Давай, вот сюда, где курицы, давай. Так, подожди. Раз, два, три. Ой, не туда что-то ударило вообще. Ты три свинюхи убила за собой. Сейчас зарядится еще разочек. И... курички! Это просто лучшее, что я видел. Слушай, а если газовую гранату кинуть? А, вот так. Ну ничего не происходит. Смотри, сразу мясо. Мясо! Я даже не спорю, то, что землетрясение, наверное, даже лучше, чем телекинез. Хотя... Эй! Я могу тебя просто... А ну подожди, стой на месте. А где мистер Крипер? И заморозило! Да, в этот раз я тебя уже не смогу троллить мистером Крипером. Хотя, подожди, стой на месте. Ой. Ну вот там и оставайся. Угу, а ничего, что у меня землетрясение? Тогда лови вот эту гранату. Бесишь! Ага. Мистер Крипер! Попрошу вас отправиться туда же за Катей. Ага, до свидания. Пока.